Всем привет! Сегодня поговорим о проекте Crypto Cashback Rate. Crypto Cashback Rate является криптоплатформой, предлагающей вознаграждение инвесторам и трейдерам в виде кэшбэка, ребейтов и скидок. Правильный способ помочь инвесторам интегрировать все программы в платформу и показать, сколько и где они могут сэкономить свои деньги. Когда мы экономим эти деньги для инвесторов, они могут реинвестировать сэкономленные деньги и сделать фактически рынок криптовалют гораздо более эффективным и менее волатильным. Решение разработчиков делает рынок более эффективным, с большим объемом и высокой ликвидностью. То есть, в общем, значительно улучшается криптовалютная инфраструктура, криптовалютный положительный такой климат. Полное решение от Crypto Cashback Rate – это большой шанс для всех инвесторов получить максимум прибыли от каждой своей инвестиции на рынке криптовалют. Нынешний рынок криптовалют очень конкурентоспособен, и в ближайшие несколько месяцев он будет еще больше. Конкуренция – это все время огромная выгода для среднего покупателя или продавца, поскольку она помогает ему получить более высокую выгоду от его покупок или инвестиций. Для клиента хороший шопинг – это все очень важно, и это положительный опыт. Продавцы делают продавцы делают больше от положительного опыта клиента. Это приводит к более высокой рекомендации, больше продаж и более высокая прибыль в конечном счете получается. Данный проект платит комиссию из маркетингового бюджета криптобиржи и ICO. Вот, в общем-то, и все, что хотелось бы рассказать о данном проекте. Теперь перейдем к деталям. Софткэп данного проекта $5 миллионов, почти собран на 90%. Еще есть время добрать до софткэпа. Хардкэп $250 миллионов, сумма колоссальная и недостижимая. Но, тем не менее, главное, чтобы собрали софткэп. Стоимость данных токенов, 600 токенов, можно приобрести за 1 эфириум. Также сейчас действуют бонусы различные. До 18 мая действует бонус 5%. Кто успел, тот красавчик. Теперь вы можете посмотреть на распределение, на дистрибуцию токенов. На Bounty 2%, на адвайзеров партнеров 3%, на команду 20%, что является большой цифрой. Распределение 45% и резерв компании 30%. Вот. Дорожная карта расписана вплоть до 2018 года, до октября. То есть это такая тактическая дорожная карта. Команду вы тоже можете посмотреть. Подробнее ознакомиться можете с ними в LinkedIn. Вот. Также данный проект листится на многих ICO-трекерах. На сайте вы можете это видеть. Ну, проект, естественно, есть white paper. На ICO Bench рейтинг 4.0 от самого Бенча. Но как такового рейтинга нет. Люди живые не оценивали его. Но то ли еще будет, еще оценят. Вот white paper. Как вы можете видеть, здесь подробнее можете ознакомиться. White paper 42 страницы. Все очень подробно расписано. Обязательно, прежде чем инвестировать, читайте, решайте. Вот. Здесь счетчик 90%. 3 дня осталось до продажи с бонусами. Вот, в общем-то, и все, что я хотел рассказать. Все ссылки на данный проект я оставлю в описании. На white paper, на данный сайт, на их социальные медиа. Всем спасибо за просмотр. До свидания.